Всем привет! С вами канал Art Money. И сегодня у нас с вами обзор на вот такую вот банку из фикс прайса. Стоила она 199 рублей. Это в основном у нас получается покупка прошлого года. Вот она, посмотрите, такая. Здесь написано 199 рублей. Ее много кто купил. Вот, меня просили, очень просили сделать обзор, но только сейчас я до нее добралась. Давайте ее поближе рассмотрим. Так, банка с крышкой 3 литра. Использовать для холодных напитков. Кстати, многие спрашивали, я видела у друг дружки там, а какие напитки можно. Написано здесь холодные. Приоткрыть крышку, чтобы кран заработал. При закрытой крышке в банке образуется вакуум. Это многие пишут, я читала, у меня кран не работает почему-то, странно, банка плохая, наверное, забилось что-то. Перед первым использованием тщательно промыть. Но это мы всегда с вами моем, я думаю. Мы, девочки, так заложены, я думаю, да? Так, давайте вот тут поближе прочитаем. Здесь состав даже есть. Стекло и полипропилен и жесть. Там еще жесть есть, представляете? Кстати, как узнать, что банка, например, стеклянная? Вот надо вот так постучать. Видите, в принципе, она звенит, но немножко звук глуховатый. То есть, знаете, вот я когда по магазину иду, магазин посуды, у меня уже в привычку чисто вошло, я везде вот так делаю, ой, чтобы понять. Например, вот с вами сравним. О, видите, какой звук? Он звенит. Это значит чистое стекло. То есть там без каких-то там примесей, всяких там подобия жести или что это там такое, я не знаю. А тут другой, он глухой более. Значит, там что-то еще есть, она не чистое стекло. Ну и давайте, конечно же, ее откроем, посмотрим, что у нас внутри лежит, что за кранчик, какого он вообще качества, что там, как там. Как кастрюль какая-то. Так, сама крышечка. Здесь нет никаких резиновых штучек, даже чуть-чуть какая-то грязь. Честно говоря, я даже еще не скрывала. Первый раз с вами открываем. Здесь вот резьба. Так, ну какой-то мешочек, само собой. Здесь пластмассочка. Ну и, конечно, кранчик, он красивый такой, но видно, что это обычная пластмасска, то есть даже не металл, хотя он сделан под металл. Двигается. А, ну вот, резиночка, точно есть резиночка. И, наверное, он там с двух сторон вот так закрепляется. Но мне, кстати, непонятно, почему здесь вот внутри штучка вот эта вот закрыта. То есть я, смотрите, видите, нажимаю, но при этом... все, поняла, она отодвигается просто. Все, а то я думала почему-то, то, что она, я нажму, и она просто отодвинется в бок. Мне почему-то так казалось. Да, банка, кстати, сама по себе довольно тяжеловатая. Ну, наверное, как и любое стекло. А, слушайте, вот тут еще не посмотрели. Вот здесь вот у нас картинка. Ну да, все правильно сделал. То есть одну резиночку мы убираем, вот написано, вставляем и с той стороны другую резиночку прикладываем и заворачиваем. Ну да, в принципе, все элементарно, но есть, к сожалению, такие люди, которые не смогут ее собрать. К сожалению, мы все с вами разные. Склад ума у нас у всех разный. Она такая клеенчатая, но она рвется. Нет, что-то не рвется уже. Вот. Это, кстати, очень хорошо. Хотя бы на ней не остается... Хотя чуть-чуть клея есть, но не остается сама бумага, как это обычно бывает.
Давайте еще вот тут посмотрим. Ну, конечно, поскольку она дешевая, хотя я думаю, у дорогих может быть видно. То есть вот тут стекло обцапанное, ну как оно, когда дырку делали, оно немножечко потрескалось вокруг. В принципе, это можно наждачной бумагой чуть-чуть затереть, наверное, я думаю. Но это не очень приятно выглядит. Все-таки мы заплатили с вами 200 рублей. И 200 рублей это не совсем дешево, скажем так. И с вами будем. Она тяжелая, блин, такая огромная, что, честно говоря, не очень удобно. Так. Так вот. С той стороны тоже. А, во. Да, еще надо плотно прижать. И, конечно же, вот эту штучку здесь есть. Такой вот бортик. Ее как она получится, как прижимается. Сейчас ее закрутим, она сама прижмется, я думаю. Еще. Вот, смотрите, как-то так. Она даже вот эта вот штучка крутится в бок. А, ну ее можно, кстати, наверное. А, вот. Вот так, я думаю, наверное, будет поудобнее, чем там, да? Меня, знаете, что бесит? Что вот ее затронешь, и она скачет. Вот это прям вообще ужасно. Ну и, конечно, также нужно для этой банки теперь еще придумывать на что ее можно поставить, потому что, смотрите, кранчик находится очень низко, здесь где-то, наверное, сантиметр 2, 2,5, 3, где-то чуть меньше 3 сантиметров, то есть, ну, блин, какой стакан надо иметь? Какой? Ну, если только рюмочку, конечно, их, кстати, тоже в фикс-прайсе продавали. Ну, если только вот так вот и выпил, да? Вот, то есть об этом надо все продумывать теперь. И давайте же ее проверим, потекет она или нет. Мне вот прям вот это больше всего интересно. А то представляете, вы вот так сделаете компот, да? Оставите банку на ночь в холодильнике или на столе. А с утра просыпаетесь, а компот сбежал. А еще и красный был. А у вас белый, белый этот кафель. Будет обидно. Не в тарелку же ее ставить. Не в таз, в конце концов. Нет, тут ничего не протекает. Все сухо. Кранчик тоже сухой. Нет, все сухо. Кажется, что вот тут как будто что-то... Ну нет, сухо. Так. И давайте ее проверим, польется вода или нет. Крышка у нас открытая, как там написано. Давайте посмотрим. О, полилась. Опа. Так, мне интересно, струйка. Я люблю, например, когда струйка четкая. Не как там где-то откуда что-то такое там льется, а я люблю, как из крана, когда она льется красиво. Давайте еще раз посмотрим. Нет, она не такая четкая, но она, кстати, очень быстро набирается. Так, теперь давайте попробуем с закрытой крышкой. Так, вот я назад чуть-чуть вас. Это надо убрать. Так, закрываем. Да, у нас создается какой-то вакуум.
как большинство, ну вы же не будете каждый раз вот так вот подходить, у вас компот стоит с закрытой крышкой, и ты вот каждый раз вот так подходишь и открываешь крышку для того, чтобы налить. Ну, я не знаю, ну придумали бы что-то вот на крышке, такую штучку какую-нибудь так раз, там дырочка появилась, человек налил, хоп, закрыл, ну я не знаю, ну что-то такое. Вот. Ну, мне кажется, одной дырочки же будет достаточно, правда ведь? Так. Давайте проверим. Льется. Даже так у меня набирается. Не знаю, если, может быть, конечно, эта банка с закрытой крышкой простоит долгое время, всю ночь, и с утра вы просыпаетесь, хотите попить водички, нажимаете на нее, но она не работает, тогда, может быть, наверное, да. Может быть, так может быть. Вот. Еще, значит, меня интересует момент, может ли там попасть какая-нибудь козявка. Но я думаю, наверное, надо было сразу это все смотреть, конечно. Что там можно, наверное, ее будет помыть, прочистить. Кстати, она, смотрите, внешне очень довольно-таки красивая. Сейчас вот, да, у нас пошла мода вот на всякие вот такие, какие-то там буковки, какие-то надписи, что-то написано. Она очень красивая. Внутри, кстати, она уже вспотела. В скором времени, я думаю, должен создаться какой-то вакуум. Но нет, она продолжает наливаться. Не знаю, я, конечно, попробую, буду еще ею пользоваться. Если у меня появится какой-то такой вакуум, и что она, допустим, не будет закрытой крышечкой набираться, то есть литься не будет, тогда я напишу вам в комментариях, что да, у меня так получилось. Ну, не знаю, может, воды должно быть побольше, чтобы так случилось. Ну, каждый раз, правда, не наоткрываешься эту крышку туда-сюда, вертеть ее. Тоже не хочется лишний раз. Вот такой у нас с вами был обзор баночки. Смотрите также другие ролики, наши обзоры на другую продукцию фикс-прайса, на еду, на вещи. Там очень много, есть отдельный плейлист. Также обзоры на другие продукты из других магазинов. Светофор, Победа, обычных там каких-то разных магазинах. Также у нас есть обзоры на технику, на ту видеокамеру, которую я сейчас снимаю, вот этот вот прекраснейший обзорчик. Также на нашем канале есть влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, чем мы занимаемся целый день. И, конечно же, в наших влогах появится эта баночка, и вы ее сможете увидеть снова, как мы ею пользуемся, как, что, где. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите обязательно комментарии. Мне очень приятно читать ваши комментарии. И с вами был канал Артмания. Всем пока-пока. И лайки, лайки, ставьте лайки.